Добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такую вот сеялку. Сеялка называется Кушарели. Она предназначена прежде всего для восстановления, потому что не хватает высевающих элементов. Баки все на месте. Ну, тут трубки, само собой, уже стоит на улице больше 5 лет, не используется, поэтому здесь надо будет смотреть. Вот так по колесам вроде бы все хорошо. Вот. Но вложений, конечно же, требует. Вот. Значит, все бирочки, все здесь сохранено. Это очень такая хорошая, я говорю, сеялка. Поэтому, если люди, которые занимаются восстановлением сеялок, то они наверняка заинтересуются. Значит, она с транспортировочным устройством была. Вот, транспортировочное устройство сейчас, к сожалению, отсутствует. И нет одного колеса. Сварные швы на раме есть только на прицепном устройстве. Вот это место. Больше нигде я ничего не выявил. Поэтому, кому необходимо, обращайтесь. Мы готовы вам ее продать. Ждем ваших звонков.